Региональная казна пополнилась более чем на 2 миллиарда рублей. Это поддержка федерального центра. Также в бюджете необходимо учесть дополнительные доходы от налогов на 4 миллиарда. На заседании комитета по бюджету в губернской думе решают, на что направить дополнительные средства. Одна из больших статей расходов – проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и оснащение школ региона. 604 миллиона рублей в 2020 году предлагают направить на благоустройство общественных территорий муниципальных образований Самарской области, а также на ремонт и восстановление военно-исторических мемориальных комплексов в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 600 миллионов рублей на 2020 год запланировано в целях устранения дефицита территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Самарской области. 581 миллион рублей в 2020 году предлагается направить на решение проблем обманутых дольщиков в Самарской области. 501,5 миллион рублей на проектирование, строительство и капитальный ремонт и оснащение детских садов в области в 2020 году, а также на проведение мероприятий в целях создания дополнительных мест дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет. На проектирование, строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог региона в 2020 году планируется направить более 4 миллиардов рублей. Больше 350 миллионов пойдут на переселение людей из аварийного жилья. Деньги добавят на ремонт и оснащение больниц, на ремонт и проектирование объектов культуры. Мы полностью обеспечили финансированием национальные проекты, что очень важно. Мы сохраняем достаточно высокую инвестиционную активность на территории области. Здесь бюджет выступает основным заказчиком. Это объекты образования, здравоохранения, социальной защиты, коммунального хозяйства. Дополнительные средства пойдут на зарплаты врачей и обеспечение лекарствами льготников. Также на заседании Думы обсудили ситуацию с распространяющимся коронавирусом. По словам председателя комитета по бюджету Габибулы Хасаева, область располагает всеми необходимыми резервами, чтобы в случае необходимости принять все меры. Теперь предлагаемые изменения главного финансового документа региона депутаты обсудят на пленарном заседании Думы. Лариса Шлафаст, Николай Сидоров, события.